В СБУ подтвердили задержание в Донецкой области снайпера с позывным «Экстази», который убивал бойцов АТО. Это 19-летняя гражданка Украины. Она задержана оперативной группой контрразведки и уже созналась в убийствах. Как выяснилось, после специальной военной подготовки в лагере диверсантов основной задачей «Экстази» было уничтожение украинских силовиков снайперским огнем на блокпостах в районе Горловки. Подозреваемые обвиняют в убийстве 10 военных.